Здорово, бандиты и бандитки! С вами спикер и новая серия полицейского патруля. Вам понравилась первая и начинается вторая. Пожалуйста, один гамбургер и наш день начинается. Сегодня будет ночной полицейский патруль. У меня уже есть один подозреваемый, его нужно отвезти в полицейский участок. Я научился их сажать в свою тачку. Все разобрался, все офигенно, все пучком. А поехали в полицейский участок, отвезем его. И будем брать новые заказы. Кстати, у нас рядышком находится тюрьма. Красная. Проедем на красный. А рядышком находится тюрьма. Читал все ваши комментарии. Очень приятно. Очень всяких плюс много написали. Мне реально стало интересно. А что получится дальше с полицейским патрулем? Как его можно еще будет изменить? Что-то добавить? А отвезем нашего черного брата. И будем ждать новых вызовов. Так, тюрьма находится еще тут, а появилась, кстати. Раньше тут не было, как я помню. Прямо где-то на парковке. Давай-ка заедем сейчас, отвезем нашего мерзавца, пускай его проверяет. Нарушителя, конечно, нужно проверять. Так, вот здесь находится. Да, находится. Приехали. И выводим нашего подозреваемого в полицейские участки. Все его отнесли, да, его отнесли, он сам ушел, он просто исчезает, и все. И мы едем снова в Лос-Сантос. Да, проходи, пешком, проходи. Так, разобрался со всем меню, вертушки, сват и все дела, разобрался тоже, дорогие друзья, так что все будет офигенно. Когда кого-то убили, вызываем скорую помощь, и все нормально. Кого-то арестовали, мы должны одеть наручники, посадить его в тачку, привезти. И у нас сейчас статистика повышается, понимаешь? Реально, появилась статистика главного персонажа. Это тоже реально круто. А красный горит. Так, появилась вызов. А есть вызов, мы подтверждаем. Поехали туда. А у нас, походу, там уже есть. Да, у нас... У, какая машинка, ты посмотри. Какая малютка. А прям по курсу нам нужно. Вижу, вижу. Вызываем, конечно, одну вертушку. Довольно очень быстро уезжает. А вызываем вертушку. У нас есть, а если что, дробовик, у нас есть пистолет, есть шокер, и, конечно, будем пытаться брать их живьем, чтобы наша статистика повышалась, чтобы мы были реально крутой перец, реально крутой коп были. Нашу тачку разбивать, конечно, не нужно. Ребят тоже писали, вертушка уже на месте, это здорово, его ведет вертушка, это здорово. Мы едем в гору, заедем за город куда-то, слушай, как быстро набираешь скорость, а мы так сделаем. Едет за город. Хотя бы, знаешь, маленько его остановили бы. Потому что очень быстро уезжает. И бывают погони очень долгие. По 10 минут. Ребята тоже пишут, что слишком долгие погони неинтересны. Потому что долго, долго едешь. Да, отметки до этой. Но видишь, как быстро удирает. Мы включаем сирены. Меня еще не повысили. Ребята пишут, чтобы 10 преступников я сажал в тюрьму. Тогда можно повышать. И тогда можно брать другую машину, понимаешь? Можно делать моды, делать какие-то другие тачки. Тоже пиши комментарии. Можно делать Мерседеса. А Бугатти можно, Ламборгини делать, полицейские тоже добавлять. Все пиши. Он едет за город, я тоже лечу за город. А будем стрелять сразу по колесам. Может быть, наверное, все-таки сократить дорогу. Я уже догнал одну... Догнал шерифа уже. Так, все, вижу. Вижу практически его. Когда загорается яркий свет, тогда начинает наш главный герой видеть преступника. Так, на чем едет? На что? На чем он едет? На машине. А, будет проще, да, будет проще. Сразу едем на таран. Я не знаю, тормози, тормози. Тормози, полиция Лосан. Он еще тормозит маленько, смотри, на повороте. Какой гаденыш. По колесам. Один выстрел, все, он в кувете. Это... Ты посмотри! О, поросята, поросята, поросята! Хрю-хрю! Ну что, ребята, погоди, погоди, это мои перцы! Стой, стой, выходи, ребятишки, это мои перцы! Девушка, девушка! А, погоди, это не девушка, это преступник! Ты преступник, что ли? Всех арестуем! Ее забирай, там есть еще один, походу, перец. Я думаю, это просто на свиноферме работаю, нет? Выходи! Выходи, чувак. Все, выходи, второй. И там двое точно было. Да, это две девушки. Выходи, оружия нету. Так, ее забрали. Тебя я арестую, потому что ты моя. Понимаешь? Ты моя, потому что я, по идее, сделал все дело. Я сделал шикарный выстрел и взял ее. А, давай-ка тебя арестовываем. Наша статистика, конечно, повышается. Ну, давай, арестовывайся.
Так, арест. У нас 3. То есть ребята писали, нужно сделать 10 арестов. Тогда можно будет, конечно, повышать себя, нашего главного героя, повышать в ранг и, конечно, брать себе новую тачку. Какую тачку брать, дорогие друзья, тоже пиши комментарии, мне все интересно. У нас красивейший закат, и мы сажаем нашу преступницу в машину. Видишь, одни забрали одну, потому что они кричали руки вверх. А давай-ка, открывай двери, нажимаем букву Е, просто к тачке подходим, на Е держим. Ну, погоди, давай с другой стороны. Хотя, с какой... Карен, с какой стороны? Нажимаем Е. Он, по идее, должен открыть двери. Но он почему-то не открывает двери. Открывай двери. У нас есть преступник. А, погоди, нужно, наверное, обыскать его сперва. Потому что нужно машину сажать только преступников обычных. Ну-ка, погоди. А, давай-ка обыщем. Damn it. Погоди, не матерись. Встань нормально, ровно. Нужно взять... обойти сзади ее. Вот, сзади. И обыскать ее. А потом нужно, наверное, уже сажать в машину. Вот таким макаром. Так, ничего нет. Все, теперь пойдем в машину. Так, ну открывай для нее двери. Почему мне хочет открывать двери, я не понимаю. Ну-ка, убери оружие. Убери оружие, открывай двери для нее. Ну хорошо. А, вот все, открыл. Открыл двери, и нужно дать ей команду, чтобы она села еще. Все, садись в тачку. Дверь закрой. Все, поехали. Так, также есть у нас тюрьма тоже за городом. Видишь, там есть тюрьма. Поехали туда сейчас, отвезем нашу преступницу. Не знаю, будет нас вызовешь сейчас, либо нет. Но мы отвезем в тюрьму нашу преступницу. Нашу подозреваемую отвезем в тюрьму. Можно повернуть здесь. Красивейший был выстрел. Как тебе выстрел был? Мне понравился выстрел. Красиво залетели все на матку. Не открывается, что вам баун. Не хочу портить машину. Маленько объедем. Сломаем его. Так гораздо ближе будет, чем объезжать вокруг. Возможно, не будет вызова, пока мы ее не отвезем. Это я делал, конечно, тоже не знаю. Она могла проехать, наверное, прямо. У нас темнело. Ночной Лос-Сантос нас ждет, конечно. И преступность опасная тоже ждет. Где тут можно съехать? Везде заборчики. Куда я заехал? Кролики бегают. Давай-ка тут спустимся. Аккуратненько спустимся. Тачку не разбиваем, конечно. У нас есть ближний и дальний свет. Так, вон тюрьма находится в пригороде. У Тревора. Поехали к Тревору. Отвезем нашу преступницу. Пока вызовов нету. И, возможно, их не будет. Но, в принципе, много находится, где тюрьмы есть. 3 тюрьмы точно есть в Лос-Сантосе. Во всем Лос-Сантосе, во всем штате. 3 тюрьмы точно есть. Когда кого-то убиваем, нужно вызывать скорую помощь. Обязательно. Иначе новых вызовов у нас не будет. Так, здесь можно съехать, наверное. Можно проверять документы у любого населения. Это байкеры, что ли? Я бы, конечно, их проверил, знаешь. Я реально бы их прямо сейчас бы проверил. Погоди, мне интересно. Включаем сирену, они очень подозрительные. О, олени, какие большие. Они очень подозрительные. Я, конечно, вызову еще если что подмогу. О, остановились. У них стопудово есть оружие. Ребята, я хочу проверить ваши документы. Стой. Стойте. Я хочу проверить ваши документы, ребята. Вызываем подмогу. Погоди, я хочу проверить твои документы. Какой ты слишком подозрительный. Твои документы, пожалуйста. Так, твои документы. Надеюсь, они без оружия, потому что если с оружием, я смогу, конечно, сразу получить плюху. Офицер, будь здесь, офицер, мне нужно его проверить. Одеваем наручники, я должен их обыскать, понимаешь, что должен обыскать, если что-то будет незаконное, я, конечно, арестую. Так, давай-ка обыщем. Какие-то они были подозрительные. У меня чуйка работает. Нет, походу, нормально все. Нормально. Так, давай-ка с тобой разберемся. Что ты на меня пялишься? Одеваем тоже наручники. Когда уже в наручниках, он никуда не денется, понимаешь? Все уже нормально будет. Так, тоже тебя обыщем. Реально, новые плюхи велосипедим очень интересные. Ну, в принципе, тоже все нормально. То есть мы их отпускаем. Давай-ка их отпускаем. Все в порядке, ребята, едьте дальше. Что-то я много вызвал полиции, мне кажется. Все, садись, едь дальше.
Ребята, извините, но вы реально какие-то были дерзкие такие, крутые. Но ты еще материшься, или же плюху получишь у меня. По морде получишь. А давай-ка я отпущу тебя. А, нужно подходить сзади. Дай-ка подойду сзади и тебя отпущу. Зачем нарушать закон? Мы сам закон. Все, отвозим нашу подозреваемую, которую мы преследовали, в тюрьму. Пускай с ней разбирается. Все, садись, сейчас уберу тачку, погоди, не ори. Сейчас уберу тачку. Уехал третий, правда. Но обычно у байкеров есть оружие. Я боялся реально, что огребу сразу же. Когда я их остановлю, когда потребую документы, а меня сразу плюха прилетит. Я очень боялся. Ну, все нормально. К счастью. Так, тюрьма находится вон там, в полицейском участке. Отвезем, посадим в тюрьму, и новый вызов появляется. Видишь, как работает новая плюха в велосипеде моде. Так, следующий поворот нет. И, конечно, пиши комментарий, как тебе новый сезон полицейского патруля. А тюрьма находится сзади, как я помню. Тачку мы не повредили, сделал всего лишь один выстрел. Где-то тут должна быть... А, с другой стороны тюрьма. Пардон, объедем. Здесь, конечно, еще в первый раз, поэтому я не знаю, где находится тюрьма. Но помню по прошлым модам, где-то была тюрьма. О, тюрьма. Все, нашу преступницу отведем туда. Преступницу отвели, и нового вызова нам доступны. Ну что, у нас получается уже местный шериф. Мы будем помогать местному шерифу. А будем патрулировать уже, конечно, окраине города. Какие у нас тут люди, ты посмотри. Ну, точно надо ее проверить, точно нужно что-то с ней сделать. Она стоит, шатается. Дамочка, дамочка, а вы какая-то слишком нетрезвая, мне кажется. Так, магазин ограбления. Черт эту дамочку. Черт эту дамочку, у нас ограбление магазина. Включаем сирены, поехали. У нас 48 секунд. А дамочка, оставайся на месте, я к тебе еще вернусь. Сколько ехать? О, 2 километра и 40. Видишь, нужно еще на скорость. Интересные новые плюшки этого мода. Видишь, нужно на скорость нужно. Кого-то нужно в погоне догнать. А ехать мне, видишь, как очень далеко. Ну, 30 секунд осталось. А я, конечно, вызываю подмогу. Я вызываю, наверное, вертушку, которая мне почему-то недоступна. Прям по курсу людям. Окей, вызову парочку нарядов. Пускай пока едет. Ну, 17 секунд я не успею, реально. Мне ехать целый километр. Полтора километра ехать, 8 секунд осталось. Я вызываю, наверное, еще патрульных машинок. Километр 300 и 2 секунды остается. Здесь еще машина маленько мешается. Они выходят. Преступники выходят и направляются в неизвестную сторону. Все, расстояние я не вижу. Время уже исчезло, преступники уже отправляются. Можно вызывать, конечно, вертушку. Теперь уже да, можно вызывать вертушку. Я чем и занимаюсь. Вызываем вертушку, они сразу исчезли. А полицейские машины-то они почему-то не поехали, хотя я их вызывал. Дорогу, дорогу, полиция! Полицейскому патрулю, дорогу! Так, вертушку я вижу, вертушка летит. А здесь очень большой, знаешь, очень много дорог, возможно, неизвестно куда они поехали. Налево, направо, пешком. Вот магазин! Вижу преступника! Да, вижу преступника! Вижу преступника бежит! Так, идем на перерез. Идем на перерезик. Так, куда бежал? Куда ты побежал? Никуда ты не денешься от меня. А можно маленько... А нет, возможно, шокер. Не хочу рисковать. Полиция, Лос-Сантос, тормози, бросай мусорное ведро и что там тащишь. Руки в гору, руки, руки. Стой, стой, стой на месте. Все, взяли тебя. Красиво освещает, смотри, как реально. Как в старые добрые времена полицейского патруля. А руки, руки в гору. Харю, харю в землю. Давай, давай, давай. Какой ты худой. Реально деревенский паренек решил грабануть магазинчик. Ты один там был? Ты один там был? Где твой напарник? Все. Обалдеть. Арестовали. Так, забираем сумку. Вот, сумка. Забираем. Конечно, можно обыскать его. Да, обязательно нужно его обыскать. Погоди, погоди, стой, стой. Стой на месте. Стой на месте, мне нужно тебя обыскать. Потом сажаем в тачку и везем в тюрьму его. Пускай его судят. Да нет, у него ничего нету. Все, погнали.
Ну что, я справился один. В принципе, неплохо. Ну, он без оружия был, конечно. Ну, неизвестно, что было. Так, открываем двери. Даем команду. Сел в тачку, сел быстро, засранец. Сел в тачку! Включай сирену. И поехали, а в тюрьму отвезем мы тебя. Так, приезжай. Пока нет новых вызовов, и мы просто отправляемся в тюрьму. И тоже, друзья, пишите, либо пропускать эти моменты, когда мы отвозим их в тюрьму. Ну, возможно, будут интересные моменты. Мы отвозили в тюрьму вроде одну леди и встретили байкеров, которых решил я проверить на документы. Неизвестно, что было. У них обычно бывают обрезы. Могли сразу шмальнуть меня, и все. Так, в ту же тюрьму мы отвозим, помогаем местному шерифу в ночное время. Каких-то местных хулиганов ловить. Бомжей каких-то. Вызов приходит довольно быстро. У нас там еще ждет наша леди. Легкого поведения в нетрезвом виде. То есть нужно будет проверить ее документы. Неизвестно, что у нее в кармане еще обнаружится. А поехали прямо, наверное. Там у нас по дороге можно проехать. Вот здесь свернем. И, друзья, как видите, я читаю ваши комментарии. И все, как вы хотите. Без читов у нас нет год-мода. То есть меня могут убить, расстрелять, уничтожить. Могут меня взорвать. Тоже могут. На танке. Как у нас была серия на танке. Тачку практически не повредили. Маленькая царапина сделали. А бордюр и все, в принципе. Фары работают, все офигенно. Мы, в принципе, хорошие полицейские. Если нас повысят, то, конечно, берем себе крутую тачку. Шьем себе новые погоны. Но, друзья, только вы сможете повысить нашего главного героя. То есть пиши комментарии, мы тебя повышаем и все. Я беру новую тачку, беру новое звание и отправляюсь намного в опасные районы Лос-Сантос. А теперь я отправляюсь дальше. Я хочу... Нет, прям тут сразу же. Окей, подтверждаем. И погоня начинается, там уже сразу есть подмога. И кто у нас на фуре? У нас на фуре, возможно, там будет перестрелка. Вызываем одну вертушку. Все понятно, подозреваемые опасные. Особо опасные и вооружены. Я готов сразу отстреливать их. Да что ты делаешь? Типичный полицейский. Один врезался, и другие врезаются. Вертушка летит. Вертушка уже за ним летит, все нормально, никуда он не денется. Огонь по колесам сразу же. Потому что подозреваемые опасны. Мне предупредили по радио, я это понял сразу же. Потому что на фуре обычно опасный ребятишка, который делает ограбление банков. И что, открывает огонь? Нет. О, хорошо таранишь. Тормозим. Полиция, он сам тормозим. Выходи, ребята, выходи. Куда? В разные стороны. Выходим. Все выходим. Они без оружия, что ли? Бери его. Я возьму обрез. Вытаскивай свою задницу, я тебя арестовываю. Давай, ребята, всех вытаскивай. Куда собрался, засранец? Руки в гору. Так, кого-то нужно арестовать. Я хочу кого-то взять. Погоди. Я хочу тебя взять. Давай тебя. А руки в гору, давай на земельку. Ребята ехали на фуре, не знаю, чем занимались. Они просто засали, возможно. А встал-то, конечно, неудобно. Но тебе можно арестовать, да? Встань нормально, чтобы мог тебя арестовать. По тачку не лезь. Ну, хотя бы так. Так, не могу арестовать. Мне маленько мешается моя машинка. Пускай пока поваляется. О, могу арестовать. А я маленько отъеду, все равно мешается. Тачка моя. Взяли довольно быстро. Держи на мушке его. Проехал по голове. Все нормально. Сейчас арестую его. Арестую, отвезу в тюрьму его. Все на земельке. Такой недовольный. Такой недовольный харя. Арестовываю его. А, погоди. У них было оружие. Смотри, вон оружие я вижу. Его нужно обыскать. Давай-ка обыщем его. Да нет, неправильно делаешь. Нужно обыскать его. Так, заберем оружие. Да, заберем оружие. Так, не порть мою машину. Не порть служебную машину. Все, открывай дверь ему. Давай, засранец. Лезь в тачку. Поехали в тюрьму. Вот гадиночки какие. Реально бандитская морда.
Поехали. Ну что, даже не стреляли. Взяли их живьем, всех живьем. Как налетели-то. Даже никого не вызывал, только вызвал одну вертушку. Чтоб подмога была сверху, и никуда они не делись. Это обязательно нужно делать. Иначе погоня может слишком дотянуться. Потом их искать неизвестно где. А вертушка всегда сверху, ей виднее. И подсвечивает, конечно, прожектором. Очень удобно. Так, следующий поворотик. Ну что, сегодня мы арестовали уже троих, привезли в эту тюрьму. В принципе, неплохо. И меня маленько уже можно повысить, как друзья. Пиши комментарий, можно меня повысить, либо нет, тоже пиши комментарий. Какую тачку выбрать следующую, тоже пиши комментарий. Ну и звание, конечно, будет у нас чуть-чуть выше. А, поехали. Да, это было в городе, кстати. В городе, видишь, а в пригороде намного тут... Ну, не такие преступники опасны, как в городе. Но есть преступность, и мы, конечно, ее ловим. Вот преступность, смотри, какая преступность стоит. Будет преступление пройти мимо ее и, конечно, не проверить ее документы. Так, припаркуемся. А пока нет вызовов, нужно пообщаться с леди, конечно же, пообщаться. А что интересного я забрал у чувака? А, обычный пистолет, что ли? Обычный пистолет забрал. Так, без оружия подойдем. Мадемуазель, пожалуйста, ваши документы. Так, мне некогда с вами тут общаться, у меня новый вызов, у меня ограбление снова. Да, поехали на ограбление. Минута и километр 47. Полтора километра. Включаем сирены и поехали туда. Так, пока вертушку вызывать не будем, я надеюсь смогу сам справиться. За минуту я, в принципе, смогу доехать до туда. Койота. Уже скоро будет рассвет, скоро будет утро. И наш день скоро подойдет к концу. Я живой, ты понимаешь? Я живой, это офигенно. Самое офигенное в конце смены, когда я живой. А, два преступника, три преступника. Я не знаю, сколько там преступников, но знаешь, я герой, я должен их сам арестовать. Ууу, нормально, успеваю. А отметка маленько неправильно показала. Там есть маркет, да, там есть у нас супермаркет. Есть где-то прям за домом. Так, я уже сразу приехал. Если что, сразу боевой пистолет. Я, конечно, по козьим тропам приехал прямо сюда. И за 8 секунд я на месте. Вон преступники убегают. В тачку, что ли, нет? Полиция у Сантоса, тормози, чувак. Выходи из тачки. Во-во-во-во-во, по колесам, по колесам. Стоямба, стоямба. Красотка, ты жива там, нет? Два преступника, вызываем подмогу. Какая? Зараза. Готово. В погоню нужно. Конечно, можем его из тачки расстрелять. Так, вызываем одну вертушку. Мне нужна вертушка срочно. Код 2. Мне нужна вертушка. Мне ее не дают почему-то. Где вертушка? Где преступник? Я не вижу преступника. Он, походу, ушел, что ли. А, я не вижу по карте, куда он делся. Я занимался с преступницей. Погоди, а вертушки нету. Так, стоямо, вернемся сюда. Колеса, два колеса у меня нет. Обалдеть, они поехали туда, пускай едут туда. Пускай разбирается с ним, я поехал там разберусь. Там мертвый преступник, нужно, конечно, вызвать скорую помощь. Выключай сирены, к черту. А потерял преступника, я по идее вызывал патрулей, два штуки, а вертушки не было, кстати. Уехал очень быстро, конечно. Ну, конечно, сразу хэдшотом его скидать. Вон, ребята приехали слишком поздно. Ну, фура уехала. Я приехал за 8 секунд и думал, реально успею нормально всех взять, но не тут-то было. Ребята приехали, ну что, проверили все, документы ённые. Ничего веселого тут нет, конечно, убили преступника, расстреляли его, бедную красавицу, смотри прям. Ах, жестко. Я стрелял сперва в ляжку, конечно же. Все нормально. Что так долго ехал? Да иди ты в жопу! Иди ты в жопу, у меня так беда. У меня два колеса нет, вызываем. Подмога, подмога. А где? Минута!
минутой, им нужно ехать на 4 километра. Серьезно, что ли? С этой тачки я не смогу доехать 4 километра. Мне нужна новая машина. Я не успею доехать до туда за 4 километра за 45 секунд. Вызываем туда подмогу. Ну, смотри, подмогу я вызываю именно на это место, как получается. Я не могу вызвать, знаешь, заранее, что туда приехали. Уже преступники стопудово, наверное, уйдут. Потому что ехать очень далеко и времени очень мало. У нас рассвет. У меня два колеса еще нет, мне нужно сперва подчиниться. Нужно было заехать, наверное, в полицейский участок и взять новую машину. Но мы дерзкие полицейские, нам все нипочем. Это, походу, по ту сторону горы еще. Возможно, поедет в мою сторону, будет хорошо. Но это неизвестно. Осталось 2 километра и мне 7 секунд. Я, конечно, вызвал парочку машин, а вертушки я не могу вызвать. Почему? Потому что я их, возможно, не вижу еще. Когда я их увижу, слушай, на горе, что ли? Мне кажется, едет в мою сторону. Да-да, где-то в мою сторону едет, но едет по встречке. Я дерзкий полицейский, я поехал по встречке. Он стопудово поедет по встречке, я надеюсь, встречу его, и отметка сразу появится. Так, вертушка, да, можно вызвать вертушку. Очень опасно еду, очень опасно, очень дерзко еду. Я здесь их не вижу, они поехали в другую сторону. Так, вертушки появились, да, на этом месте и поехали в ту сторону. Полетели в ту, мы едем уже в ту сторону. Вон преступники, они пока на месте стоят. Вертушки, спускайтесь, смотрите, кто у нас там и куда они сейчас поедут, бегут. А, на ту сторону, аккуратненько проедем. Там, походу, у них какие-то проблемки. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Полиция Лос-Сантос, тормозим! Тормозим! Сразу по колесам, там еще два преступника, кстати, вызываем подмогу. По колесам, иначе уедет. Все колеса подбиваем. Выходи, выходи, поднимай руки, руки в гору. Бензобак, нужно ставить бензобак. Вытекает весь бензин и будет офигенно, он остановится. А ребята, тормози, сколько там, два преступника еще сзади. Открываем огонь жестко уже. Все, минус один. Разворот, мне нужно брать тех преступников. Там вертушки есть, но там нет полицейских машин, то есть придется уже на своих... О, байкеры какие. Но сейчас не до байкеров, мне нужно проверить вон тех ребятишек, нужно их арестовать обязательно живьем. Броник есть, жизни есть, можно арестовать. Видишь, один. У них какая-то была разминка, у них какая-то были проблемы друг с другом. И они решили вот таким откаром. Не сели в тачку. Так, погоня. Бросай оружие. У него автомат, что ли? Не понял. На другую сторону. Он целится, смотри, он целится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Обрез, обрез! Бросай! Бросай свою пушку! Черт! Он в маске был! У него, походу, броник был! Я шокером стрелял! Ему по барабану, конечно, было! Так, а другой побежал в гору! В гору побежал! У-у-у, куда убежал ты в гору? Вертушки, вертушки! А он где-то прям тут. А, вижу, 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 вижу. Прыгай, прыгай! Эх, эти догонки, черт возьми! Так, убежал уже по ту сторону горы. Бежим туда, бежим к горе. Никуда он не денется. А вертушки летают, и, конечно, никуда он не убежит. Так, вызываем парочку нарядов полиции, пускай даже приедет СВАП. Пускай приезжает СВАТ. Но куда ты бежишь? Куда ты денешься? Мерзавец, стой на месте! Я попробую его арестовать. Если, конечно, в нормальном будет месте. А дикие животные бегают здесь. Если бегают еще же рыси бегают. Леопарды бегают, наверное, тоже. И ты смотри, реально леопард, что ли, за ним побежал? Стой, стой на месте. Полиция Лос-Сан, тормози. Тормози, мерзавец. По ногам, конечно же. По ногам, друзья. А он нужен мне живьем. Тормозим.
Смотри, как бегает. Он не знает, куда бежать, понимаешь? Он не знает эту местность. The Strange ты какой. Я же могу тебя вынести. Одним разом, одним выстрелом. Тормози. Перезарядка на всякий случай. Неизвестно, какое у него там оружие есть еще. Так, полиция приехала. А, то есть хорошо. Полиция будет у нас. Ну тормози. Так, шокер. Шокером работаем. Хотя, если у него броник, шокер не поможет мне. Далеко, далеко. Перезарядку. Сейчас догоним, сейчас догоним. Здесь дикие животные опасные бывают. Вот засранец ты какой бежит, а как, а? Давай в горку давай. Достойное место! Где копы? Где моя подмога? А можно вызвать, по идее, вертушку боевую? Вот такие. Сейчас будет ему жарко. Сейчас его просто расстреляют. Если бы я не успею добежать... Ой, зайчишки. Где? Не вижу. А где он? Вниз убежал. Сейчас догоним. Сейчас мерзаться догоним. Вот засранец ты какой, а? Убегает. Так, должна прилететь. О, вижу, боевая вертушка прилетает. Это боевая вертушка, она открывает огонь, по идее. Если, конечно, он откроет огонь по вертушке. Слушай, ну реально, он меня маленько накаляет. По ногам, только по ногам. Он даже не хромает, бежит, смотри-ка. Так, боевая вертушка просто летает. А, три вертушки уже летают. Я бегу за ним вдоль берега. А еще раз, наверное, по ногам. Так, сверху, наверное, будем ему сокращать путь. А, вот так мы сделаем сейчас. Вот так мы сейчас сделаем по-хитрому. Наперед побежим. Все, все, он в западне. Он в западне, он наш. Только, надеюсь, не упадет с обрыва. Тогда придется, наверное, туго добираться до туда. Мне кажется, он уже спрыгнул с обрывом. Мне кажется, он уже бежит вдоль воды. О, какая-то яхта. А, ну я и бегу наперед, понимаешь? Я бегу наперед, и я его должен взять его прямо тут. Я должен встретить его. Вот он! Стой, мерзавец! Прыгай! Полиция Лос-Анджелес, тормози, засранец! Так, пушку другую. Шокером его. О, нормально. Руки в гору. Оружие есть, засранец. В маске такой. Опасный тип. Стой на месте. Догнали мы его, обалдеть. Очуметь мы все такие вот догнали. Живьем, видишь как? Настоящий коп. Ну что, я достоин нового звания, новой тачки. Пиши комментарий прямо сейчас. А мы его обыщем, конечно же. И уже отправляемся в новую серию полицейского патруля. Но эту серию мы заканчиваем, дорогие друзья. У него пистолет, и, конечно же, мы отправляем его в тюрьму. До новых серий, друзья. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо за лайки, за подписочки. До новых серий. Всем спасибо. До новых встреч. Всем пока.